Всех приветствую, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал RC Hobby Home. И теперь я вещаю на Дзене. На Ютубе больше не будут выходить ролики. Платформа Ютуб, я считаю, что она неприемлема. Нечего там делать. И, к сожалению, информации там много, но политика Гугла и Ютуба лично для меня, я считаю ее неправильной. Поэтому выхожу на Дзене. Хоть вас здесь и немного, но я надеюсь, эта информация будет для вас интересна, полезна. И кто искал себе кузов, например, сможет обратиться к человеку, который их делает, и приобрести его. Вот такой вот кузов. На модель с базой 313 мм. Это у нас аксиалы вторые, это у нас элемент RC. Это у нас Траксос TRX-4, да все что угодно. Давайте посмотрим, что у нас идет в комплекте, из чего он сделан. И хорошая ли это альтернатива печатным кузовам.